Довольно длительное время компания Xiaomi практически не была представлена в нижней границе среднего ценового диапазона. И в ее модельном ряду давно уже не было сбалансированного решения, четко занимавшего бы нишу между бюджетными Redmi и Mi 4 Mi Note. Модель Mi 4i призвана укрепить позиции компании в данном сегменте и, если не стать лидером, то уж точно играть очень заметную роль. На обзор смартфон приехал в стандартной для бренда прочной картонной коробке, и несмотря на относительно немалые размеры, вместе с устройством мы нашли всего лишь кабель и сетевое зарядное устройство. Разумеется, набор инструкций на китайском и скрепка прилагались. Фирменная фишка всей продукции компании – минимализм. В Mi 4i он виден с первого взгляда, и именно это подкупает и нравится в новинке. Здесь нет совершенно ничего лишнего, но каждая деталь на своем месте, линии простые, но изящные. Куда ни обрати взор, здесь не к чему придраться. Благодаря этому смартфон и ощущается, и выглядит компактнее своих реальных габаритов. В продаже существуют и другие расцветки, как консервативные белое и черное, так и яркие. С компоновкой разъемов и органов управления дело обстоит довольно типично для смартфонов Xiaomi. Правая боковина отдана на откуп кнопки блокировки и качельки регулировки громкости. В работе с ними у нас не возникало претензий. Ход, форма и расположение оптимально с учетом массогабаритных показателей. На нижней грани расположен интерфейсный разъем microUSB. Левая содержит в себе спаренный слот для microSIM-карт. Слот не гибридный, возможности расширить встроенную память здесь нет. На верхней грани в одиночестве расположен 3,5-мм аудиоразъем. Xiaomi Mi 4i получил неразборный корпус из поликарбоната. Пластик, из которого изготовлен корпус, качественный и прочный, неплохо противостоит скручиванию, а покрытие оказалось весьма износостойким. Что касается передней панели, то и здесь во многом все стандартно для Xiaomi. Стекло с окантовкой несколько выступает над пластиковой ванночкой корпусом и прикрывает собой матрицу, тройку сенсорных клавиш, а над дисплеем расположился необходимый на сегодняшний день набор из разговорного динамика, фронтальной камеры, датчика освещения и светодиодного индикатора состояния. В Xiaomi Mi 4i используется 5-дюймовая Full HD IPS матрица производства GDI. Качество изображения находится на высоком уровне, дисплей демонстрирует несколько холодноватую картинку, но в целом здесь придраться особо не к чему. Плотности пикселей в 441 точку на дюйм достаточно для всех пользователей и любых задач. На солнце дисплей слепнет, однако его выручает максимальная яркость подсветки, уровень которой по результатам измерения составляет 377 кандел на метр квадратный. Дополнительно хочется отметить совершенно шикарные углы обзора, в чем заслуга не только использованной технологии, но и полного отсутствия воздушной прослойки благодаря технологии полного ламинирования. Аппаратная платформа Mi 4i построена на относительно свежей системе на чипе Qualcomm Snapdragon 615, в активе которой два процессора, каждый из которых содержит по 4 вычислительных ядра Cortex A53 с максимальной частотой до 1,7 ГГц. Вкупе с 2 ГБ оперативной памяти это дает отличную отзывчивость в любых задачах. А вот с производительностью в тяжелых играх не все так гладко, чему виной графическое ядро Adreno 405, производительности которого явно недостаточно для хорошей графики в Full HD разрешении. Без сомнения, фотографические способности Xiaomi Mi 4i являются его однозначным козырем. В качестве основной камеры используется 13-мегапиксельный модуль с 5 линзами и значением апертуры 2.0, а для фронтальной был использован 5-мегапиксельный с апертурой 1.8. Разумеется, при таких характеристиках было бы странно, если бы качество находилось на посредственном уровне. И действительно, камера демонстрирует замечательное качество снимков практически вне зависимости от условий. Разумеется, до уровня современных флагманов эта камера не дотягивает по ряду показателей, однако в большинстве случаев ее будет хватать даже с избытком. На протяжении всего тестирования смартфон работал под управлением Android 5.02, а в качестве пользовательского интерфейса используется MIUI. Организация пользовательского интерфейса практически полностью аналогична как старшим, так и младшим моделям. Из коробки здесь доступно все необходимое, а сама система неплохо организована с точки зрения продуманности в мелочах. К стабильности и скорости работы у нас никаких претензий не возникло. В повседневной жизни Xiaomi Mi 4i показал себя как исключительно надежный компаньон как в развлечениях, так и в работе. Сняв утром смартфон с зарядки, вы гарантированно получаете рабочий телефон с 10-15% заряда минимум, при условии, что тяжелые игры не занимают вас больше, чем на 20 минут в день. Познакомившись детально с Xiaomi Mi 4i, мы можем с уверенностью сказать, что перед нами потенциальный хит. Однако с учетом текущей стоимости в Украине, новинке может прийтись не сладко. С одной стороны, мы имеем не просто сбалансированный смартфон, при создании которого производитель не шел практически ни на какие компромиссы, но и немаловажно, устройство способно дарить позитивный эмоциональный заряд. С другой, за аналогичные деньги Xiaomi Mi 4i противостоят очень серьезные конкуренты, которые легко могут предложить несколько больший уровень оснащения за те же деньги или аналогичную функциональность за меньшую стоимость. Поэтому мы уверены, что настоящий успех ждет Mi 4i только после заметного снижения стоимости. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии.